Всем привет, ребята! Очередная рыбалка. Приехал на озерцо попытаться поймать карасей или линей. Не знаю вообще, есть они здесь или нет. Но хочу в этом убедиться. Буду ездить пару дней сюда. Пока что-нибудь не поймаю. Если вообще, конечно, поймаю. Вот такие вот дела. Рыбалка без понтов начинается, очередная серия. Так что следите, не переключайтесь. А я сейчас буду распаковываться и начинать ловить. Так, пусть одна удочка стоит. Сейчас мы еще сделаем вторую. Рогатулинку. И размотал удочку. Не знаю, что тут на дне, какие коряги. Но в прошлый раз я приезжал, здесь до хрена бревен валялось на дне. Сейчас посмотрим, какая тут вообще глубина. Блин, тут хорошая ямка, оказывается. Что, удочка будет попусту стоять? Наживим сразу червей. Наживим червячков. И пущай они плавают. А мы заодно посмотрим, какая живность здесь водится. Может, одни тритоны, блин. Так, один есть. Сейчас надо как-то вторую определиться с глубиной. А глубина тут стоит у меня довольно-таки уже нехилая. Я даже удивляюсь. Не так далеко от берега. О! Сейчас еще хлебушка. Опа, отлично. Все-таки я его выцепил. Все-таки я его выцепил. Значит, карасики здесь есть. А раз есть маленькие, значит, есть и большие.
Так, еще один. Так. Да. Караси здесь есть. И если есть маленькие, то есть и здоровенные. Но нужно их найти и научиться их отсюда вылавливать. Единственный минус, что здесь все дно в корягах. Так бы можно было попробовать на донку. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Опа! Есть карасик. Вот такие вот карасики. Опа! Этот карасик уже получше. Ну вот. С каждым разом карасики все побольше и побольше. Ладно, хватит, наверное, на сегодня. Факт то, что определили, что караси здесь есть. Попробуем удачу в следующий раз. Кукурузе же тоже не пропадать. Пиздец. Так, ребятки, сегодняшняя рыбалка подходит к концу. В общем, карасики здесь есть. Я сюда еще вернусь. Попробую выловить отсюда какого-нибудь здоровенного карася. Блин, ну под конец рыбалки, блин, еще утопил телефон. Ё-моё. Правда, вытащил по-быстрому, вроде бы работает. Все, пока-пока. Подписывайтесь на канал, еще будет много всего интересного. А я поехал сушить телефон.